Минувшим вечером крупная и громкая дорожная авария произошла на улице Челюскинцев у трамвайной остановки управления дороги. Пострадал в ней директор мукомольного завода Екатеринбурга. Именно водитель его джипа вылетел на перекрестке, пытаясь проскочить уже на желтый прямо перед автомобильным потоком с моста. Уходя вправо, джип Nissan Patrol развернула на рельсах и со страшным звоном и скрежетом бросила на подъезжающий к остановке трамвай прямо на колбасу. В результате внушительного удара сам трамвай лишь поломал фары, ну и слегка в некоторых местах помял корпус, а японский внедорожник пришел в полную негодность. Водитель и пассажир, женщина, были сразу же госпитализированы с серьезными травмами. Сам директор, мол, завода с поврежденным плечом остался ждать следующей скорой экипажа. Благодаря всем этим дорожным лихачествам косвенно пострадали в авариях еще несколько десятков пассажиров трамвая, передвигавшихся в обоих направлениях по улице Челюскинцев. Движение здесь замерло примерно на час.